Сегодня проходит любительский турнир по хоккею для наших юных хоккеистов 11-12 года рождения. Такие турниры становятся уже доброй традицией. И отрадно, что помимо неофициальных соревнований, команда ледового поколения, это новая школа, которая была создана на базе наших двух ледовых арен и существует уже третий год, стали принимать участие в том числе и в официальных мероприятиях Центрального федерального округа. Ну, мы стараемся, чтобы спорт был такой более массовым, чтобы дети приходили заинтересовать ребят, вот, чтобы у них возможность была себя показывать на арене нашей всероссийской, да и на международной, когда это разрешат. Надеемся, в этом плане все будет в порядке. Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точнее, отдай на клюшку, пас сильней ударь. И все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Игра первая произошла хорошо, сыграли со счетом достаточно большим, 14-2 в нашу пользу. Да, команда была немного послабее, но так сдаваться нельзя, еще много игр успеть. Мне понравилось то, что мы играли собрано и старались, и из-за этого вот у нас и получился такой огромный счет. Наша цель – занять первое место.